Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим решение дробно-рационального уравнения в числителе дроби 2х минус 5, в знаменателе х плюс 5, отнять 4 равняется 0. Первое, что делается всегда в дробно-рациональных уравнениях, выписывается условие. Какое здесь есть условие? Знаменатель дроби, то есть х плюс 5, не должен равняться 0. Ну, соответственно, его нужно немножечко упростить. Что стояло, то и стоит, то есть x. Ставим знак не равно. Пятерочка пойдет в другую сторону со знаком минус, то есть минус 5. То есть, если в ответе получится минус 5, то корнем уравнения оно являться не будет. Итак, поскольку наша с вами задача решить это уравнение пропорцией, то мы дробь оставляем, а четверку перенесем в другую сторону с противоположным знаком. Итак, 2х минус 5, деленное на х плюс 5, и равняется 4, и сразу ставим в знаменателе единица, 4 первых. Далее. Как обычно, мы пользуемся пропорцией. Что это значит? Это значит, что числитель первой дроби умножаем на знаменатель второй, а знаменатель первой дроби умножаем на числитель второй. Ну, 2х минус 5 умножить на 1, так и останется 2х минус 5. Равняется 4. Умножаем на то, что стоит на одной линии, то есть на х плюс 5. Раскрываем скобки. 2х минус 5 равно 4 умножить на х, это 4х, прибавить 4 умножить на 5, это 20. С х-ами мы перенесем в одну сторону, без х-ов другую. Итак, 2х как стояло, так и стоит. 4х перейдет со знаком минус 4х. Равняется, что стояло, то и стоит, то есть 20. 5 перейдет в эту сторону со знаком плюс. Плюс 5. 2х отнять 4х будет минус 2х. Далее 20 плюс 5 это 25. Поменяем знаки на противоположный, то есть умножим на минус единицу. Получим 2х равняется минус 25. Далее мы должны найти х. Х равен минус 25 поделить на 2. Значит, для того, чтобы поделить 25 на 2, мы выполним с вами сбоку деление. 25 делим на 2. Берем первую цифру. 2 поделить на 2 – это 1. Дважды 1 – 2. Сносим 5. 5 поделить на 2, это можно взять по 2. Дважды 2, 4. И останется 1. Ставим запятую и дописываем 0. 10 поделить на 2, это 5. 5 у 2, 10. Мы с вами поделили. И теперь записываем ответ. Х равен минус 12,5. Значит, следующее видео будет более сложные уравнения. Спасибо за внимание.